Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как распознать болезнь у вашей курицы. Птицы, как и любые живые существа, подвержены нападению вирусов и бактерий. Заболевания куриц внутри фермы распространяются очень быстро, поэтому важно для сохранения здоровья птиц вовремя принять меры. Выпадение пера не следует путать с сезонной линькой, когда перья выпадают в основном в районах груди и шеи. В случае приобретенных болезней перьевой покров может сходить в любом месте, от головы до лап, часто оставляя птицу без оперения за короткий период. Когда птица перестает проявлять интерес к еде, часто отказывается от питья, общее состояние приобретает форму угнетенного, птица становится ленивой, двигательная активность уменьшается, значит, с ее здоровьем что-то не так. Также гребешок может принять бледный вид, а зубный мешок надуться. Появление аллергического или инфекционного ринита обычно сопровождается обильными выделениями слизи из клюва. Это может быть связано с плохими условиями содержания, переохлаждениями и резкими температурными перепадами. Также это может указывать на наличие глистов, развитие авитаминоза и даже появление серьезного инфекционного заболевания. Плохое питание, стресс и усталость могут привести к уменьшению производительности несушек, поэтому важно следить за соблюдением нормального рациона и не подвергать птиц сильным стрессам. Беспокойное поведение, постоянное почесывание о различные предметы, уменьшение количества снесенных яиц говорит о появлении пухопероедов. К такому недугу приводит несоблюдение санитарных норм в курятнике. Птица может потерять частично перьевой покров, а на самих перьях появляются маленькие отверстия. Если в месте содержания отсутствует резервуар с золой и песком, то курица не может нормально следить за своей гигиеной. Тогда и появляются симптомы данной болезни. Не допустить развития заболеваний, каждый заводчик обязан содержать курятник в идеальном состоянии, регулярно его убирать и проводить дезинфекцию, а также для поддержания иммунитета обязательно вводить в рацион витаминные комплексы. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.